пептиды и белки. Человеческий организм состоит из 100 триллионов клеток. Каждая клетка состоит из сотен миллионов молекул белка. Белки – это строительный материал и живые наномашины нашего тела. Каждый из сотен тысяч разных белков обладает неповторимой пространственной структурой, и у каждого белка своя задача в организме человека. Есть белки костной и мышечной ткани, белки тканей кожи и мозга. Белки, ферменты и рецепторы управляют работой всех систем нашего тела. Большие длинные молекулы белков собираются из более мелких частей. Они-то и называются пептиды.